5 лет меня родители привели на хоккей. Начал заниматься в альметьевской школе «Нефтяник». И там начал свои первые шаги. Когда пришел, наверное, сразу и понравилось кататься на льду. И все у нас, как бы, спасибо, наверное, спонсорам «Татнефти». У нас и в альметьевской, как бы, «Нефтяник» прям хорошо спонсировали. И формы, и, допустим, у нас был лед, считай, круглый год, и, допустим, общаешься с другими ровесниками тогда в детстве, и у них, как бы, там, в неделю там один лед может быть, а у нас, скажут, там, неделю может по два льда быть. Было лучше на тренировке посидеть лишний там часик, чем пойти в школу куда-нибудь еще что-то, чем погулять где-нибудь. Играл по детской школе и предложили, как бы, перейти сюда, в Казань. И, как бы, уже и сам с агентом принял решение и пришел попробовать. Вот. Думал, потом как перешел в Казань, и началось это там профессионально. Все близкие поддерживают и, думаю, смотрят, я насчет хоккея с ними не болтаю. Так, друзья вот частенько, как бы, в Казани работают, живут, учатся, и, как бы, друзья частенько приходят на игры. Все никак не мотивировал, просто приходил, и все. Катания у меня как-то не было, и я как-то и не думал учиться. Ну ладно, как получится. Не думал, что, как бы, до такого уровня там или выше дойдет чего-то там. Думал, просто как удовольствие, пока маленький, поиграю, позанимаюсь. Хочется расти, развиваться, как бы, само, наверное, так приходит. Смотришь, допустим, на мой состав звездный, и, как бы, понимаешь, то, что, как бы, хочется также добиться каких-то успехов. В любого пальца тыкни, и знаменитый человек. А это, наверное, думаю, больше наоборот подстегивает, как бы, хочется играть с ними так же, как бы, как они думают, такие же принимать все решения. Как бы, смотришь, и от каждого что-то берешь понемногу. От кого-то там какие-то передачи, от кого-то еще что. Дружная команда, всегда поддерживают. Как бы, я думаю, это в каждой команде принято, когда молодой игрок заходит. Я думаю, все стараются ему помочь, как бы, все через это проходят. Заложено, когда ты уже в детстве пришел и уже взял, так сказать, это идти по этому пути, уже, как бы, и дальше идешь. Нет, у тебя другого варианта там закончить там можно в любой, конечно, год, но не хочется этого делать. Там из-за травмы, не дай бог, еще что, но в хоккее это, наверное, работа. И вот в детстве там просыпаешься, там смотришь там какие-нибудь игры и там смотришь, как там русские, допустим, в НХЛ выигрывают кубки, и, как бы, хочется это, ну, интересно, хочется попробовать, но, как бы, пока об этом рано говорить. Ну, Акбарс, Казань — это, как бы, родной дом, как бы, я сам с Татарстана, это, как бы, так сказать, родной дом. Как бы, я думаю, если перейти в какой-нибудь там другой клуб, там можно, допустим, долго адаптироваться к чему-то еще, чего. А так в Татарстане, если ты, я думаю, как бы, просто поменял город, и все, как бы, все одно то же, как бы, те же люди, та же нация, менталитет. В детстве у меня был тренер, и он, ну, классно катался, и он до сих пор классно катается, ему там 70 лет, и он до сих пор на коньках. И он прям, ну, с нами, у нас, наверное, шайбы в конце, мы там 15 минут ими занимались, и то чуть-чуть. У нас в основном было катание, он говорил, катание — это прям, ну, в хоккее это все. Я как-то, не знаю, то ли не мог, то ли не слушал, не понимал, и вот, сказать, если бы вернуться в детство, я бы, наверное, прям слушал и работал над катанием.